Доброе утро! Я сделала себе кофе. Сержу не на термокружке. Поехали, сынок. А нам сегодня на соревнования по карате. Ну, там чуть сливок и чуть молока. Всего, короче, накидали чуть-чуть колбасы. А это, Гриш, ты шлепки взял себе? Да. В кореновке будем завтракать. Ну, подожди, сейчас тебе дадут. А вон, видишь, можно положить. Гришкой завтрак. У меня будет запеканка со сметаной, сосиска. У Гришки сосиски. И сок, да? Сказали Никита. Всех победим, я знаю. Кто должен всю или так целиться, или так целиться лучше, да. В голову. Сейчас начнем. Не знаю. Она же ничего не сказала. Она не сказала абсолютно. А зверинчик. Если одинаковый балл, то несколько. Перекручивают, да. Нет, ну да. Перекручивают. Ну вы ничего не знаете. Это из-за этого. Ну как вам обед, ребята? Нормально, только второе холодное. Кто, вот это холодное? Так первое долго. Это пока вы первое долго ели. Гриш, попробуй, у тебя холодное тоже будет. Еще какой ты... Thank you.
Ты понял меня? Гриш, посмотри на меня. Все сильно, ты понял? А Вовчик выводит. Выиграл! Нет? Ой, мне прям руки трясутся. Победил, да? Ой, у меня аж руки трясутся. Глаза не болят? Mm-mm. Ну, хотя по бокам режет. Ну, рассказывай, Гриша, как ты мог? Mm-hmm. Да мне глаза не засчитали, вот они какие. Ну, почему они? Да они засчитали это как за касание, да? В смысле, там было глаза. Ну, они тебе, видишь, простите, вот сюда пошли по дорожке. Чтобы на плите это все высыпалось, Гриша пошел. Да. Ну, это, Гриша, это... В первом бою моем я... Когда второе лазарь, я просто большим пальчиком коснулся его лобика. Да? Мне засчитали это лазарь. Вот это удар, я поняла. Так, все. Теперь сейчас еще зайдем в магнит, потому что я хочу там чайник посмотреть. А у меня ПТМЦ. Нет. А почему? Потому что. У меня не было. Не было пятницы? Мне вчера это... Так, ну пошли. Обещали, ну? Да, мне тоже. А для чего вы брали такую большую тележку? Чтобы купить гладиолусы и ручки, да? И что мы еще взяли? Соль для посудомоек, зубную пасту. Гриш, еще. Красиво. Красиво проиграл. Проиграть. Да, можно. Я умудряюсь, красиво. Нормально. Давай, бери пакетик. Это... Когда я проиграла с Ирбан, я сказала, типа, хорошо, понравился, все дела. Все нормально. Да, пошли. А вот Гриша несет пакет, а я ведерко купила новенькое. Ты сумки свои забирай в машину. Пошли. Мам, еще пару раз ты так за чайниками заедешь. Что, мы сейчас будем пить кофе, я сделала. И хочу показать, купили попробовать арахисовую пасту. Очень у нее, конечно, прям супер насыщенный вкус арахиса. Прям арахис, прям содержание у нее не самое. Лучшая вообще не самая, но она прям вкусная, прям очень вкусная. Все, лежу дома, блин, голова что-то очень болит, сейчас надо выпить таблеточку. И Афонька тут со мной. Где этот Афонька? Афонь, привет. Афонь. Это привет. А. Так, поехали, дети. Поехали. Гриша, пожалуйста, поехали. Так, мы приехали на Красную площадь вообще за чайником. Сейчас посмотрим. Вы чайники. Все, мы пристегнулись. Вернее, припарковались. Все, пошлите. Гришуль, вот тебе лужи аккуратно. Гриш, ты в кроссовках. Ильда, вот это так, чайник мы это. Мы с Антохой. А я куда взялся, я не отпущу это. Ой.
Сейчас едем за упаковочной бумагой. Читай город. Мама выбрала две упаковки. Одну опять заказали с таким горошком букет, а второй вот для мужчины вот такую взяла нейтральную упаковку. Это гуашь. Нет, вот. А, вот это какие акриловые, да? Да. Акрилы. А еще там есть упаковка, я вот тут в Читай-городе. Ну, вот тут для ну, это же мне нужно мужской. Не, вот этот красивый. Да, вот такой будет, да, с надписями нейтральные. А такая тебе не нужна, тут есть зеленая, когда-то нужна. А я уже ж купила, кстати. Что там? Покажи. А, что это? Утюг или как? Ага, друг утюг. Ну что, пошлите. А вот пластилин. Мы с Антохой выбрали ручки, вот такие, как набор костей, да? А это ручки. Там даже книга из метро. Это 3000. Что у нас по комиксам? Да, я только найти не могу. Ну вот, графические, да. Грустные факты о животных какие-то, глянь. С папой возьмем Юппи. Ага, вспомним. Зеленые языки. Какого вкуса? А, эти? В моде все выбрали Афоньке футболку. Такую с тачкой Маквин. Ты пойдешь? Только здесь нужно разбуваться. Папа нагруженный. Тут так жарко вообще, да, Афонь? Летом купаться, это же фонтан. Мама, мама. А. Да. Мама, 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 мама. Да? Не надо, Заюн. Да, я видела. Ждет чайник. И ты ждешь чайник? Все ждут чайник. Ну и так чайники. Что ты видел? А, тут даже есть машинка на пульте управления. Посмотри, трактор. А вот какая машина, да? Да. Я себе хочу вот это. Ну давай, у тебя будет день рождения, давай? Гироскутер. Да где-то ж внизу греш, или сбоку, я не знаю. Не, ну может, когда ты становишься, знаешь, сенсор включается. Риша, не Риш, надо. Не надо за всю полку, тем более, держаться. Да ты гляди, ему говорить. Вот он наш чайничек. 2400 ватт. Такая вот регулировка температуры, но здесь от 70 градусов. Сейчас я покажу чайник. А есть еще от 40 градусов, но так как нам не нужно ничего типа детского питания заваривать, мы взяли вот такой, чтобы на 70 градусов нагревать. Так, а вот же ручки, которые как кости, да? Вроде третье место. По дракам? Угу, по боям. Это ручки как кости. Классные, да? Мама, ну, открывается мама, просто. Или, нет, подожди, нет, они как-то должны же... Или как? Или покажи. А, просто снимается? Ага. Сейчас будем чай. Давай, давай. Да, уже закипает чайник. А что сделаешь? Ну, сейчас мы первую воду вылим, конечно, сделаем. Мам, я тоже буду. Он отключился и даже пипикнул нам, да? Мам, я сам его сделаю. Ты тоже будешь хорошо? Так, все, выбрали температуру, второй раз залили чайник, включили. И сразу на 100 градусов поставили. И ждем. Сейчас он будет нагреваться, если честно, он прям такой шумный. Это на сколько? На 100? На 100, да. Вот. И прям так шумит он достаточно сильно. Сейчас вы проверите, ребята. У нас теперь чаепитие. Кто чай, кто-то хотел кефир, да, сынок? Ну, еще у нас хотел чай. А, еще у нас есть старое, доброе. А, еще же мы купили Юппи, но завтра будем пробовать. Буратино, вкус вишня. Фруктовый коктейль и еще какой-то апельсин. Мам, синий мой! Мам, синий мой! Ага, синий да, мой. Завтра почитаем. I used to believe.